как он? Нормально? В Якутске я здесь где-то был в музее. И нас, когда на соревнования мы сюда приезжали в 86-м году, и мы нам показывали, там была фотография, и вокруг целого дома из мамонта, из таких бивней огромных, мамонтовых, кстати, сделан забор. И этой семье дали в то время Волгу, все дали, только забор, говорит, можно снять. Это нам рассказывал экскурсовод тогда. Ну, с тех пор много времени ушло. Сейчас у нас целый музей мамонта. Такого международного уровня. Угу. Есть возможность, вот, время есть туда съездить, показать. Обязательно съездим. Как раз, вот, музей мамонта, это там мой брат, мой директор. Угу. Что, возможность есть посмотреть не только мамонтов, но и там вот, историю, и вообще историю, да? Всех вот этих ископаемых. Так это древняя земля. И они могут вам подробно рассказать, как раз вот эти. Это находят на Усянской земле. Все раскопки, все уникальные раскопки нашли вот на этом Усянской земле, где я проработал 5,5 года. Угу. Головой Усянского района. Мы помогали там с Южной Кореи, там у них почти ежегодный международный этот есть. Ну, лагерь, туда приезжает с Южной Кореи. Именно такой специалист по клонированию. И там он работает со своими учеными. Вот. Поэтому. Вот Алексей. Скажем так, о функциональном тренинге. Алексей, расскажи, здесь сколько месяцев зима вообще? Зима, ну как хочется пошутить, как говорится, 12 месяцев зима, остальное лето. Нет, 2 месяца холодно, остальные очень холодно. У нас, по идее, лето-то короткое. Июнь, июль, август, и то там 10 дней. Жара не считается первые там. Угу. 10 дней там августа тоже. Считайте, зима, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, там чуть апреля. 7 месяцев зима, это точно. 7 месяцев зима. В этом году сколько было? 59, говорят? За 50, да. В некоторых там вузах даже 61 было. Но у нас в городе 54, 52, вот так было. Нормально. Туман. 2 месяца холода и тумана. Не прекращалось просто. Ну, выживали. Вообще фантастика. Очень, да, холодное место. Ну, поэтому, ну и здесь, поэтому очень много таких спортивных секций, много занимаются. А так народ в основном чем занимается? Лёд? Ну, работают госслужащие, потом в бюджетной сфере кто работает, так, ну, предприниматели, кто-то сельским хозяйством, кто в вузах живет. Охота, да, там, рыбалка. Ну, охота, рыбалка, это у нас как хобби. Хобби уже, да? Рыбалка, кто работает, это по вузам, это как, не кооперативы, как. Все время слово забываю. Бригады какие. Ну, ребят, здесь вообще-то, здесь кухня классная, здесь рыба, мясо, тут жеребятина постоянно, вообще классная здесь кухня. Настоящая, все такое. Экологически чистая. Да, в верховьях Лены, здесь очень вкусно все. Индигирка. Индигирка, салат. Замороженная сырая рыба. Да, замороженная сырая рыба, очень вкусная вещь. Строганина, тут вообще очень вкусно. Здесь сколько населения? Так, если вообще в Якутске. А, в Якутске, ну, тысяч, наверное, около 300. 300 тысяч. А по всей Якутии 1 миллион. Около миллиона. Около миллиона. Вы представляете? Якутия, такая огромная, Франции. Как несколько Франций земля. И здесь живет всего 1 миллион. Нормально. И вся таблица Менделеева есть здесь. На всякий случай, кто не знает. Вот, друзья, Якутский театр оперы и балета имени Сурумана Малана, Мулана. Сурунова Мулана. Сурунова Мулана. Вот так вот. Интересно, да, выражаться так.
Да, красиво. Хуста. Да, вот здесь, да? А вон Дахсун видно. Да, Дахсун видно, да. Так это вот в небо появился, да? Да. А, так я это больше не был. Когда ты был? Сейчас еще какая-то есть, да, по-моему? Нет? Не знаю даже. Единственная передача в городе Якутске, которая освещает спорт, студия, да, где освещается спорт, где оставляют автографы и так далее, благодарности. Да, он сам Никита Крюков. Да. Вот руководитель. Давно открылись вы? Да, в 2011 году. В 2011, да? Первый эфир был 9 марта, посвященный девушкам. И так пошло, да? Женщины, да, пулевая стрельба, и пошло, понеслось. Вот моя награда. Да? Да, это лучший спортивный журналист за 2013 год. Ага, это здесь, да, вручают? Да, здесь, ага. Хорошая наградка. Да, мощная. Ну, такие дела, ребят. О, стеклопакет. Такие белые. Да, такие красивые вещи. А вы в старом городе не гуляли? Нет. Похоже на эти соляные ряды раньше были. Ну вот смотрите, друзья, вы такого и не видели в своем Петербурге. Давай, давай. Вот вертушка, слышишь? Вот якутская вертушка, это. А здесь еще кто-то? Да я Алексею подал, я вернул все обратно. Домашнего. Сегодня у нашего друга Алексея день рождения. Поэтому, друзья, ну вот так мы отдыхаем. Дубль два. Крис Раша, все подписчики. Привет всем. Пейте морс. Пейте морс. Символ, да? Вот моего района. Я сам с Усянского артистского района, там да. Проработал 5.5 лет главой. Угу. И у нас в гербе там мамонт. Мамонт. Вот. Но я вот люблю такие вот сам вещи. Угу. Поэтому вот здорово. Одна фигурка у меня будет. Наконец-то, Алексей. Наконец-то мамонт появился. И вот, чтоб у Алексея, у него все то, что он начал, что притворилось. Республики, это его будет заслуга. Я поддержу, вот. Я вообще вот честно, да, я горжусь и... своим мужем, что вот он успехов прямо вот к в работе, своей цели личной идет. Жизни, семейной, вот, здоровья, вот, и нашим друзьям тоже вот, чтобы они почаще к нам приезжали, да. И открыли как бы филиал, да, здесь. Спасибо огромное, конечно. Стал Петербурга. Вот. Да. Поэтому кроссфит. Ну, они увидели наших спортсменов, какие они у нас тоже достойны, да, могут. Сказано. Извинка. Все, Алексей, если тебя... Настоящий спортсмен пьют только сок. Ой-ой-ой! Сильный спортсмен. Ой, стоя. А сок это для лучших. Нормально. Не хуже самогона. Давай, расскажи, что. Ну, что я могу сказать? Расскажи. Морс – это мощный антиоксидант. Так. Покажи, какой морс, где он? Вот этот морс, на самом деле. Так. Вот. Особенно, идеально под струганиной. Так. Так.
Вот жеребенок. Сначала про данный морс. Жеребенок. Нет, сначала про данный морс. Смотри, вот жеребенок. Так, вот жеребенок. Отлично. А вот жеребенок, да? Да, да. Давай рассказывай, что там. Про морс, про морс. Морс – это мощный антиоксидант, который пьется, да нет, со зрачками у меня все в порядке, который пьется, активно пьется осенью и весной, для того, чтобы не заболевать и был крепкий иммунитет. Так что, ребята, пейте морс из брусники, это очень важно. Молодцы. А бруснику заказывайте желательно в Якутии. Адреса я вам дам. Все. Макс Пауэр, Макс Пауэр. Макс Пауэр рулит. Макс Пауэр. А больше не волнуется Макс Пауэр. Да. Экстракт. Протеин, да? Брусничный протеин. Самый сейчас ходовой товар. Антиоксидант. Антиоксидант. Брусничные БЦАшки на ура. Брусняшки. Не, сахар, который в чай сыпется и в кофе, это, в принципе, вполне нормальный сахар. Сахар исключить тот, который находится в рафинированных продуктах. Пирожные, мороженое там и так далее. Мы не знаем какой-то сахар, что туда включают, кроме сахара. Мы не понимаем, что это за продукт. А если ты в кофе там всыпешь один кусочек сахара, ничего в этом страшного не будет. Вот так вот. Понятно? Это при условии, что ты не ешь там офигенное количество крахмала там, и углеводов и так далее. Понятно. Если просто... Диалог, да? Где мы эти все вот эти пироженки, торты, вафельки? Куда они деваются? Да, вот там сахар. Ты говоришь, приходят гремлины, уносят все. Чтобы съел свои вафли. Тык-тык-тык уменьшаются, пока меня нет дома. Они уменьшаются, она говорит, гремлины. Греплинг. А может она говорит греплинг? Греплеры приходили и утаскивали. Да, да. Как я могу? У меня жена. Греплинг. Грыщ, я не могу. У меня жена обычно говорит, я просто съела это, потому что не думала. Я тебе приготовила, думала, что тебе мало будет. Я поэтому не ела. А вижу вафли, опа, я съела и все. И сразу думаю, много же тебе будет, когда вафли. Жена не на это же. В этом деле. Не, у спортсменов, наверное, все-таки это специфические жены, я так думаю. Ну, у нас вот почетный полярник. В прошлом году была экспедиция, вы знаете, я в прошлый раз коротко рассказывал. Да. Я думаю, это благодаря таким людям, как Сафрон Николаевич, которые энтузиасты Крайнего Севера, коренные жители, поэтому и у нас на севере всегда так вот, чтобы... Это обогреть, приютить, как он сказал, как у Христа за пазухой, мы у Сафрона Николаевича там в Кигире были. Да, да. Да, и потом было, да, проводил и встретил. Вообще, мы когда пришли в Кигир, он приехал, так тепло, радостно было, потому что человек нас проводил, как глава района, и встретил. Да. Через месяц. Здорово. Да, мы вас потеряли. Через 20 дней, месяц. Через месяц, да. А, это который вот это на карте, да? Да, вот да, да. У нас там спутник, аккумулятор сел, там. такие моменты нормальные. Нас потеряли немножко, мы дошли до метеостанции, оттуда сразу подзарядились, отзвонились. И нормально. Так что. Класс. Есть о чем вспомнить. Самое главное, что все благополучно и без всяких таких особых эксцессов. Все живы, здоровы, самое главное. Да, потому что опыт имеем, готовились к этому. И следующий год еще хотим что-нибудь замутить. Куда-нибудь пойти, да? Подальше. Да, тоже на собаках. Подальше. Подальше от людей. Это проще, лучше. Тогда поспокойнее как-то и мысли свежее становятся. Скажите, пожалуйста, там вот у вас дом стоит, купца Мигалкина. Это прямо его дом? Да. Это же вообще древняя очень, в смысле древняя фамилия, такая Викутский, она... Да. Известная. Да.
Да. Вот Усолданский этот, он был известным таким тайончиком. Нет, тайончик это понятно. У него вот родова, вот то, что Мигалкины в Якутске, это или есть. Это. Ну, не где-то, то. Где-то в каких-то там. Герман, давайте можно. Это, в каких-то там колейнах вроде говорят, что родственники. Угу. Там в Усолданском-то Мигалкиных. А, много.